Работа у аграриев круглогодичная и без выходных. Ведь не успевают собрать один урожай, как самое время готовить почву к следующему. А 2018 год обещает быть ничуть не легче, чем нынешний. Причина – неутешительные прогнозы синоптиков. Так что уже сегодня перед аграриями стоит множество важных и довольно сложных задач по улучшению показателей. Почва подготовлена, влаги достаточно. В этом году посев будет достаточно благоприятен, то есть условия для посева будут хорошие. Потому надо уберечь вот эту возможность, вот эту влагу, которая есть сейчас в грунте, не дать ей возможности уйти, то есть это должна быть четкая-четкая защита почвы и почвенной влаги. Не стоит забывать и о выборе семян, ведь именно от них зависит урожайность. Специалисты рекомендуют не экономить на семенах, а покупать действительно качественный и сертифицированный материал. Пшеницу и ячмень надо сеять семенами отечественной селекции, потому что ни один зарубежный сорт не может так отреагировать на наши изменения климата, как наши сорта. Потому наши сорта, они уже приготовлены, как бы они заточены на тяжелые условия. Кроме того, стоит помнить о правильной подготовке семян к посеву. Если говорить об органическом земледелии, то в таком случае стоит работать с различными аминокислотами, микроэлементами и удобрениями. Но если речь идет об обычных технологиях, то здесь на помощь приходят фунгициды, которые защитят семя от различных заболеваний. Инсектициды же спасут его от вредителей. Именно поэтому важно уделить особое внимание выбору используемых пестицидов. Для этого стоит посещать различные семинары. Информация, полученная там, поможет в грамотной подготовке. Очень многие аграрии посещают Дни поля, очень многие аграрии посещают семинары, которые проводят компании, которые проводят научные учреждения. И благодаря этому они могут себе выстраивать, уже зная, какие сорта использовать, какие препараты применять, они могут очень хорошо строить систему защиты. На сегодняшний день агроэксперт Ольга Бабаянс уверенно рекомендует аграриям засеять поля рапсом, ведь прогнозы на его урожайность довольно высокие. Причиной тому благоприятные условия. Кроме этого, особое внимание стоит уделить пшенице, ячменю и, конечно же, зернобобовым культурам, ведь они хорошо влияют на почву.